Я отжимаюсь 1500 раз по 50 раз за где-то 3,5 часа. Всем привет, друзья! Сегодня я постараюсь делать довыдачи в отжиманиях. Я человек, который с самого детства занимается спортом и имеет спортивное телосложение против его. Окей, я думаю, вы все знаете, что данный человек отжимается 1500 раз примерно за 3,5 часа, но что самое удивительное, это подходами по 50 раз. И мне стало очень интересно, смогу ли я подходами по 50 раз дойти до 1500 отжиманий. Лично я думаю, что не смогу. И поэтому я, в принципе, записываю этот видос, чтобы показать вам, как спортсмен, который занимается с самого детства, вообще выполнит эту, так скажем, обычную тренировку до выдачи. Поэтому поехали, засекаем время и погнали проверим. Как ты это делаешь? Пятый подход по 50 раз. Это же мне еще 25 надо сделать. Это нереально для меня, для Давыдыча, конечно. Давыдыч у нас мощный мужик. Если ты занимаешься воркаутом и впервые на моем канале, то я советую тебе подписаться, потому что я тебе гарантирую, что подписавшись и смотря все мои видео, ты получишь кучу опыта и выучишь множество крутых элементов, потому что я искренне помогаю развиваться всем, кто меня смотрит. Так что подписывайся прямо сейчас и смотри все мои видео. Я сделаю 500 раз за 36 минут. Блять, как ты это делаешь? В общем, я понял одну вещь.
Да ты выйдешь мне еще далеко, потому что я отжался всего лишь 13 подходов по 50 раз, и итого получилось 680 за час 10. Ну а на этом все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. До встречи в следующем видосе. Пока. Сколько раз за это интервью ты сказал неправду? Ноль.